встретить на сайте Стихослов. И посылает он первоапрельский привет уже, так сказать, сильно утомленный. И пишет так: «Не пой, красавица, при мне. Я только вышел из запоя, а то повешусь на ремне. Постой, я дверь плотней прикрою, я буду слушать тишину, листая Пушкина поэмы, смотреть в окошко на луну и ворошить в уме проблемы. Стихи я гадкие пишу, пропил, как водится, зарплату. Ты записалась на ушу и на вокал еще по блату. Я полотенце намочил, на лоб горячий нахлобучил. Не пой, красавица, молчи и скалку спрячь на всякий случай». Коля, это...